Ладно. Ковыряю колесо, разворачиваю сосок и убегаю нахрен отсюда. Ну, наверное, так валять его. Да. Куда валять-то? На какую сторону? Бля, Олег, головку уже убили, а то хуй, мало ли кому нужно будет. Стой. Ну, не, раздвинься, соскочит, смотри. Ой, бля, это колхоз. Это колхоз, я делал по-американски. Это такой колхоз. Ой-ой-ой. А что вы тут делаете? А что вы лазите по чужой машине? В смысле? Как чужой? Так, а чужой. Как это чужой? Водителя нет? Вот. Не вылазите. Ему сказали. Че, Вилли сказали? Да. А че, бать не хочет больше? Бать занят? Ну сколько да я успею, мне КамАЗ варить и все. Понял. Дай ключ, 19. Понятно. Вон валяется, наверное, он, нет? Ну что, всем привет, друзья. 3 июля. Утро. Прохладное, свежее, приятное на ощупь утро. Что, в работу пойдем? Пойдем колесо качать. Я не докачал вчера колесо. Качнул его там 3 атмосферы. Дождался, пока резина прижмется к диску и кольцу. Сейчас надо брать свой наконечник. Качать надо очень осторожно. На большом расстоянии, перевернув колесо вверх ногами. Так, манометр свой возьму, наконечник свой возьму и возьму, наверное, отверточку. Все мы, друзья, знаем проблему наших российских дорог. И что все эти дороги в основном строятся из асфальта с применением битума. И под воздействием нашего сурового российского климата эти дороги зачастую превращаются вот это и вот это. Но есть современные технологии, а для Запада это уже старые технологии, по реконструкции и строительству дорог без применения битума. Технология холодного ресайклинга, ибо по-другому холодная регенерация. Данную технологию обширно развивает и использует по всей России компания «Национальный ресурс». Эта технология позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтно-бетонного покрытия в процессе вводя укрепляющие добавки, такие как цемент и стабилизаторы. Компания имеет огромный парк современной дорожной техники, но две машины в этом парке выделяются особенно. Это немецкие машины «Виртген». Суспензионная установка «Виртген ВМ-1000» по замешиванию цементно-водного раствора с применением полимерного стабилизатора «Чимстон» и ресайклер «Виртген ВР-2500». Ресайклер при помощи мощной фрезы снимает и перемешивает в мелкую фракцию старое дорожное полотно и перемешивает ее с цементно-водным раствором, который подается из впереди идущей суспензионной установки. Полимерный стабилизатор «Чимстон» — это, по сути, вяжущее вещество, которое заменяет собой битум и требуется в малых количествах. В комплексе с цементом «Чимстон» способствует образованию жестких и одновременно упругих кристаллических связей. Это положительно сказывается на физико-механических характеристиках грунта. Что, собственно, выделяет данную технологию среди других? Первое – это экономичность и экологичность, так как старое полотно используется как строительный ресурс для новой дороги. Не требуется подвоз дополнительных материалов. Второе – это то, что повышается качество получаемого дорожного основания. И в-третьих, минимальные сроки ремонта и быстрый ввод дороги в эксплуатацию. У компании «Национальные ресурсы» огромный опыт в строительстве и реконструкции дорог. 1000 километров по всей России. Подробную информацию по технологии холодного ресайклинга смотрите на официальном сайте и на канале по ссылкам в описании. Алёшка, косарь. Ну да, троечка. Ладно, ковыряю колесо, разворачиваю сосок и убегаю нахрен отсюда. Так, сюда сосок поворачиваю.
может, надо снимать. Может, я замок плохо вставил, вдруг она полетит. Это же контент будет интересно. Полет колеса. Куда я себе лобовой эффект поставил? Где лобовой? Мотоцикл. Ого! Это контент, надо снять, сейчас ходить. Но ты и люльку можешь отсоединять, все равно мечик ты уже не починишь, сальников таких нету. Тебе сальники нужны 40А. Да. Они, оказывается, 41Б прислали. Написал я еще ответ не дождался. Я переписку глянул и там все им расписал. По 15 раз повторил, что не шлите мне 41А, это как ее, Б, потому что они везде есть. А нам нужны такие. 6-вольтовые, 12-вольтовые одинаковые сальники он мне написал. Он на 18, а у нас на 16. Понятно. Слушай, размер мне напиши, я попробую в Китае глянуть. Именно по размеру, не по названию, а по размеру. 16, 47, 10. Во, вот это название, я сегодня гляну в обед. Пусть может быть, может, из китайских, из Китая, да, может, из Китая пришлем. Не по названию, поэтому. Ну что, она не хлопает, бляха-муха. Уел, блядь, я пошел. Страшно, что ли? А ты косой отбивай, слышишь, если полетит. Олег! Олег! Сходи, проверь давление в колесе, пожалуйста. Я думал, Федор ковыряется. А что, Федор тоже собрался водить? Походу, что не видно. Откуда они появились? Они тут стояли, Лёд? Они тут стояли, аккумуляторы его? Походу, да. Ты свои поставил? Ну, зарядку сейчас. Нет, два, наверное. А плод смотрели? Пока не маленький. А уровень смотрели? Воды подлили. А, ну и все. Че, можешь масло менять, в принципе? Какая хрен разница? Колесо скидывай дальше. А, тебе это... Ну да, можешь колесо скинуть. Данкрат у меня занят. Там еще, мне кажется, есть данкрат. Ты что-то сделал, уже переметнул сюда. Все, сделал, доделал? Проводка осталась, а я уже в этом деле. Не бум-бум. Нет, щитка нету. Прибор? Ну, прибор. А с того снять? С кого? Со старого. Он мне замкнул. А у меня замкнул этот, ну, амперметр, нахуй, провод, когда задымился. Вот они купят этот щиточек маленький. Там амперметр, все в одном. Ну, ты знаешь, ездил. Я понял. Ага. А потом, наверное, пригласят, я Леху позвал, Лех головой покачал. Да Лех не будет делать такую. Да, слишком, это слишком сложно для него, на самом деле. Говорит, я даже замок не могу подключить. Ну, понятно. Ага. Ну, да, наверное, этого, наверное, Гарика пригласят. Наверное, да. Этот он хули, он знаете, он ее сделает, блядь. Вы сделайте ее по-человечески, чтобы отключаться. У нас сварка, блядь, прихватит. Боевой. И это покрасить. Но сейчас я его не блядь, надо сюда ехать. Ну, понятное дело. Завесит я его смогу. Лёх, мысль одна. Чего ты, Лёх, колесо накачаешь, им заклеишь и ехать? Как свой готовил масс, так и это так же. А свой сделал? Не, а я его и не готовил. Вот я что. А ты масло будешь менять нормально? Я все поменял по кругу. Масло у нас охуительное, я говорю. Давление аж на горячий падает. Он говорит, такое масло, нахуй, говорит, надо, блядь, скорее, говорит, менять мотор, если вы садите, нахуй. Особенно, говорит, комбайн, они в нагрузке ходят, нахуй. Говорит, они тебя сразу, нахуй, вкладываешь и все. Не знаю, ребят жалуются, говорят, у нас масло плохое, давление падает. У меня на Беларуси давление упало. На горячий падает вообще пиздец. Да? До 0,5, блядь. Да, вот, типа, все ребят говорят. Ну вот я один раз машину залил, туда масло, давление, говорит, упало, кладыши на охват поменял. Ладно, покачу колесики.
поставила колесо, не знаю, как в крюк ровно, блях, муха. С этими клиньями это вообще караул. Вот у нас, наверное, ни одного частника не найдешь, у которого, чтобы, наверное, клинья стояли. Вот у нас все евроступицы ставят, гайки простые, шпильки, чтобы торчали. Никто с клиньями мучиться не хочет. Если у кого-то машина в своих руках, это все. Это евроступица. Может быть, не сразу, но потом люди ставят. Вообще, домкрат ребята искали у меня. Спрашивали. Я сейчас пойду спрошу, нужны он мне? Это вот у Афони сейчас там палец пытаются домкратом выдавить. Они взяли какой-то серый домкрат, не знаю, какой он, хороший, плохой. Пойду спрошу. А сейчас что ходить, Серег, откатить его, да? Слушай, ну на вас уже по-другому. Он был туда ведь. Да он хули прыгает здесь, нахуй. Потому что палец где-то, не знаю, сейчас на пол сантиметра. Туда уйдет. Ну он, получается, во втулках, что ли, да, там сидит, блядь, и не выходит, хер. Тут вот чуть, блядь, держит его. Вот здесь самое, про уши. Во втулках он болтается, на. А втулки они вот чисто вот здесь. Здесь, на втулке здесь. Ну хуй его знает, может там тут. Ересь, тут сейчас отошел, блядь, наебать. Ну, да может тут уж. А вот туда что, в ДЭшку херачили, да, ведь? Угу. Дырки насверлили. Один хуй нам будет. Да потом здесь один раз берем, нахуй. Куда не мешает. Здесь я уберу. Валять его. Да, куда валять? На какую сторону? Олег, голов полно убили, а то хлу мало ли кому нужно будет. Подожди, крылья холодно. Крылья в рот их перебивать, нахуй. Да. Ну я сейчас сюда ставлю. Держи там себя. Значит, подставляет пенек. Да, так у нас и получится. О, полила. Он вон тот, Макс, вытащи под трактор его, нахуй. А сюда все козел притащил. И надо это, под колеса, Арто, чтобы не укатился ни хрена. Дома вообще болтается. Ну-ка, шутник еще, Олег. Обалденно. Все, вот тут. Чики-пуки. Ну, нам подальше его надо поставить, побить буш, соскочит нас. Как вам скажет, блядь, походит? Разбирай, посмотрим, собирай, походит. Ну-ка, пробуй. Отсюда ставить, а тут долбить. Давай, придержи, Олег, вдарим. Как страшно, мать моя женщина, ради меня, брат. Трубку лопнула, Олег. Сейчас куски полетят. Последний раз как ходил. Что-то треснуло. По дырке смотри. Что ржешь-то? Мертво, блядь. Мертво. Вот это, блядь, приключение иностранца в России. Я имею в виду белорус в России, вот у него приключения. Какой-то пиздец, нахуй. Придется что-нибудь пилить, нахуй. А что пилить? Или корпус, нахуй. Ща, посмотрим, как у дяди Феди клеммы отгорят. Ну зачем? Ну бывает не с первого раза нормально их там. Если с первого заведется, нихуя ходить не будет. Да? Да. Ну а в смысле вот первый? Когда поебешь, тогда еще наш. Более не, у меня наоборот как раз. Если первый раз завел все нормально, значит все нормально будет. Ну вот я и боюсь, что с первого раза завел. Не-не-не, у меня как раз мне наоборот нужно, чтобы с первого раза завелся. Свежак. Можно не менять эфир. Ага. Ага. Блин, крутанул. Сейчас ты идешь к успеху, дядь Федь.
Приходили, не покупали, раньше, хотя приходили. Что это, сука? Надо клеммы водичкой полить. Не клеммы, а вот эти. Контакты, но у меня тоже чуть не перестал сейчас щелкать. Сейчас вот сейчас в ручном варианте включил. И, блядь, вот новый стоит, блядь, кабин вот так вот все трясется, блядь. Зеркала вот так вот пляшут. Не говоря, от коробки даже откручивались. Да, у Сахалин то и дело откручивалось, блядь. Но это, бля, коробки откручиваются из-за вибрации, из-за кардана. Там кардан тяжелый, блядь, какой. У тебя полегче. У тебя он покороче. У Березин дядь Коль тоже был. Постоянно отец говорил. Откручиваются они, блядь. Пошел кувалду искать, короче. У Афони не ходи, я знаю, где он. Сейчас вот тронулся, чуть пройдет, может он пальцы пойдет. Да хуй его знает, как он, блядь. Теперь съемником пробуйте. Хуй еще пробуй, блядь. Внутри максимум валды, блядь. А то в этот. Ты насквозь пойдешь. Ну что, хоть шевельнулся? Встал. Дай, Максим, бегом сбег и ударю по колесу по внутреннему. Сейчас принесу. Колесо собью. Так, ну тут хоть радостная новость, то, что ступица не болтается, пошатало нифига, все мертвяком. И в колесах, в принципе, тоже все нормально. Давление при делах. И что за наглость такая? Все пеньки своровали. В одном было 6, в другом почти что 7 было. Даже качнуть было немножко всего лишь. Надо ставить, данкрат отдать Алексею, которому отписали Синемас. Слышали все прекрасно, Ромкину отцу сейчас некогда. Дядь Федя вон кузов задрал. Тоже будет ковыряться. Ну, коробку планирует снимать. У него там что-то все шумит, все гремит, как он сказал. Ладно, блин, ставим колеса эти. Пойду кого-нибудь позову еще. И далее Алеша себе какое стекло установил на мотоцикл. Вообще, он крут. Приехали с обеда. Ребят перекатили сюда передний мост весь. Максим уже начал сваркой выжигать палец. Ну тут приехал Володя Владимир, который у нас работает на ЗИЛу 130 весну. И в уборщик работает на, ну, короче, на дизельном ЗИЛу. Сказал, что у него есть автоген. Сейчас привезут баллоны, будут подогревать, попробуют выбить. Ром! Глянь, там у меня в ящике круче 36, простой рожковый. Причёпки не ловку. В большой инструментальный ящик. А. На маске тоже установлен, там в нижнем где-то, на нижней полке. Ох, блестящий, немножко пахнут, мне кажется. Да все, наверное. Простой, да, Марин? Да, да. Блять, надо это вытаскивать коробку. Пойдет, Рома. Губастый. Есть там такой.
Так, отлично. Говорю, отлично все. Ну да. Один. Один, ага. Да, блин, был бы задний, бы на сзади лопнул бы, все нормально. Но вот спереди это уже хреново. А сзади это все нормально? Ну, если сзади лопается, в принципе, можно еще ездить, знаешь как. Ё-моё. Чего он никак не хочет? Он теперь весь вид порт не сфотографирует, ничего. Конденсатор там еще. У меня даже у кара подъехала, подздрала его потом. Ты что, хочешь рессоры? Да. Да он крать охренеешь, знаешь, как должен высоко стоять? Ничего себе. О, пойду, посмотрю, как они там все сделали. Выбили, представляете? Нужен был всего лишь автоген и хорошая прожарка. Они хорошенько прожарили его. Вот он, злосчастный палец. Ой, он горячий до сих пор еще. Я вот так вот пытался Макс сжечь. Ну что, легко взяли, Серег? Это хуйню, да. Да? Что, один удар кувалдой? Три, наверное. Езжай. Блядь, что, стабильно? Блядь, опять вот нахуй мне ее. Че, вы обратно сейчас поехали? Стабильно. Да, а хуй здесь стоять. Ну а что, это все купит? Втулки? Палки, палку новую эту. Черенок. Ну вот эту. И черенок новый теперь нужен, да? И втулки. Ну да. Ну что, это заваривать будете или что? Серега, налиби. Молоток какой? Я тебе Володька подогнал? Да, Черметь не нашел? Надо заточить. Зачем? Ну, чтобы посри было. Как колун. Зубило? Еще больше как колун было использовать. Такое... А что, как зубило сделай, будешь заклепки себе срубать. Да, у меня есть молоток под зубило. Дай посмотреть. Давай, пока. Нету, они это... Редутор надо снимать, вы мишки собрались. Тысяч паучи. Ты еще вообще хуйню стал заниматься, какие-то проволоки. Ой, блядь, это колхоз. Это колхоз, я делал по-американски. Блядь. Это такой колхоз, ой. Затянул, давай замкнем все. Затянул. Блядь. Все, пойдет теперь, глянь. Вот, Лех, в таком тебе вот институте научат, слушай. А у меня сегодня весь день. Земляк твой, слышишь? На зилу охмулил. Тоже курбацкий. На карь, чтобы, блядь, комбайн выехать, надо был кару завести. Чё-то весь день, блядь, одни курбы. Не, ну самый прикол, прикинь, кара откуда уехала. От одного склада уехал на другой край хозяйства, мы его руками. А Мишка её спиздил взял, блядь. Ну да. Я? Да, а то я... А зачем мы толкой? Чё-то привезли? Себе. Ты не сбрызнул? Сбрызнул, аж обосрался нахуй. Ну как ты на крючке будешь? Мы прям лодыжки под нее подгоняли, и она на лодыжках оставалась. Вы ее снимали, да? Ее? Рома, ее снимали столько уже раз.
А, это когда вот это вот, это резиновый, да? Вот это да, вот, да, да, да. Да, 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 вот она и есть, там резиновая шняга. А что в тот раз Иванович приводил? Помнишь, мы мерили? Это еще в запасах покупал? Да, он купил две. У Пашки развалилось то, что уборочную. И он купил еще две в запас. И вот теперь мы редуктор решили поменять, потому что мы его собрали из того, что было. Чего? Хрен, он мне внушает доверие большие какие за 50 мы купили. Yeah. Ну, за 500. С Пашковские. А прикиньте, он отходил на сезон. Может быть. Да. А где бруски книжки приказки? Вам приказку? Давай сюда. Нет, еще давай. Мишаня, сейчас в цилиндр упрется. Хорош! Давай, давай! Пусть он его бачки подорвет. Зачем бачки? Ну его куда под соль? Под эту, наверное, да? Там нормально. Блин, надо было чуть-чуть в сторонку, наверное. Миш, тебя вплотную он прижимается? Нет. Давай сюда чуть-чуть. Хорош, хорош! Куда поехал? Ёб твою мать, чё упаду, куда едешь? Давай вперед! Хорош, открывай. Как я открою? Ставь, блядь, туда, ближе. Залазь, блядь, или сейчас закроем. Руляем, наверное, крутануть надо туда, левее. Левее чуть-чуть, наверное. Туда чуть-чуть. Ну, все, приподнимай, я откручиваю. А там чего? Пускай приподнимает, я откручиваю. Давай, а! Чуть-чуть, скажи, пускай его поддержит. Давай, приподнимем. Здорово. Да, не, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще, еще. Хорош. И мне дашь еще трещотки, я низ откручу. Какая трещотка? Если была трещотка, еще бы нахрен. Ну, он от руки сейчас пойдет. Да я знаю, что он от руки идет. Хотя хрен он идет от руки. А, не идет, туго, но идет. А куда болт клади, положите? Болт вон, Леш, кидай на радиаторе, там они лежат. Да нахуй. Вот этот, короче, слышь, вот этот шкив привязать, понимаешь? Чтобы он не перевесил туда, надо его к лодыжкам притянуть нам. Ты что орешь мне на ухо? Я понимаю, ты здесь, да, не ори, блядь. Ну, извини, ладно. Пиздец, вор зашелся, блядь. Командир, да? Привязывай, хульт не привязывай. А чем? Ты приподними чуть-чуть, она у тебя опускается нахуй. Ты как вот так стоял, Серега? Ну нет, наоборот, наоборот. Вот тут он стоял. Да я там был. Мишут. Так я совершу акробатические действия. Лёг, вот он, Лёг. Кувырок. 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 Руками на это тащите. Мишаня, а я тут. Ты где? Подожди, дай-ка я все пролезу. Я с ним поеду. Да я понял, что ты поедешь. Вот это удержит меня? Какая? Удержит. Но если не пролезу. Давай, давай, подходим. Стой. Да, ну, я раздвинься, блядь, соскочит, смотри. Разъезжаются? Да мне что-то такое, ну вот мы обвязывали лодыжки вокруг прямо от шкива. Вот так вот обвязывали длинным ремнем. Вот так вот. Ну так и надо, чтобы они не отошли, а это хуйня. Через лодыжки надо, Мишань. Ну что, проволоки, может, еще, блядь. Подожди, Серега. Подожди, сейчас я. Извини. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Эй! Стой, подожди, тихо. Подожди, ладно. О! Давай, давай. Тихо-тихо, подожди, подожди, Серег, подожди. Тихо, Серега, стой. Тихо, во.
пускай назад тихонечко. Давай назад. Уезжай, уезжай. Слазь оттуда, Серега. Я поеду с ним. Поедешь, сейчас ты едешь. Тихо. Да не сытый. Давай, давай, ехать, ехать, ехать. Все, все. Давай, давай, давай. Давай, 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 отъезжай, отъезжай, ты. Все нормально, давай, давай. Да не трожь ты его ничего. Назад, назад, давай, назад, давай, давай. Назад, 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 назад. Да пускай, все. Поехали. Вниз мы поехали. Дела в 5 минут. Я бы один снял бы. Где, Серега, один ставить будешь? Да без проблем. Ну что, так привяжем его и все. Ой, блин, аж мышцы залегли все. Уже сразу? Аж киват нету. А бобы их не прикручено. А то. Миш, привод новый ставь, Миш. А, к нам газель. А газель сейчас, мне кажется, переломится. Газон, точнее, да? Трактор новый. В такой хуйне? Еба. Ну, они просто попутно заехали. Я думал, полкомбайн мне новых привезли. Нет звена там хорошего. Ты там полно их. Все, народ,
Я устал. У Мишки там на редукторе сидел, то есть на этой, на каре, на площадке. Там мрак, все икры затекли, короче. Передавил их. У Олега мне понравилось снимать лучший редуктор. Выдернул Олегу нахуй, пнул лафик и все. А я на МТЗ-21 просто отъехал. Короче, обед я ничего не сделал. Я только гайки две ослабил ключом, мясорубкой. Даже не успел стремянки открутить. Мишка позвал сначала один редуктор, потом Олег редуктор. Пришел газон, там бочки привезли с маслом новые. Если не ошибаюсь, Газпром нефть. Это мы завтра посмотрим их. Ребят сказали, что предыдущее масло было вообще отстойное. Никто его менять не хотел. Газпромское теперь все поменяют. А я, как на дурок, поменял. Из черных бочек. Все говорят, что давление падает. Посмотрим. А на сегодня все. Хватит. Чего могу сказать? Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, если не подписаны. Видите, как у нас интересно тут. Лайк, репост, приветствуйтесь. Все, ребят. До свидания.